поздравляю всех зрителей Pulsar Point с наступившим уже 2014 годом. Вот, и, ну, все пессимисты и лжепророки говорили, что все должно уже было закончиться год назад, но вот я думаю, что Pulsar Point разделяет мою точку зрения, что никто не знает, когда это все закончится, и то, что нужно наслаждаться каждой секундой, каждой минутой, каждым мгновением и продолжать. Снимал наш товарищ, человек по имени Фидель. Он сначала снял пару концертных видео, очень прикольных. Мы его даже не просили об этом, он просто снял и выложил. И нам очень понравилось, и мы его пригласили. Наше место силы — это реп-база на красном треугольнике. Потом в клубе «Цоколь» снимали лайв. И в сентябре было пати там, я не могу говорить, оно закрытое, мы играли на закрытом пати в лесу, вот, и там отсняли часть материала, и потом все это вместе смонтировали, и вот сейчас это можно видеть все в сети под названием Red Square, трек «Хлама». Вот какие-то были, чтобы наговоры, причитания. Меньше конкретики, вот, и все, такую, как сказать, ритуальную музыку, нет, не ритуальную даже, мантрическую, молитвенную музыку, я уже запутался сам. Все легко, когда ни о чем не думаешь, не читал, не читаю и не перечитываю Библию, Тору, Коран. Гиту не считал, не считаю и не пересчитываю. Нас занесло, мы соседи по палате были, то бишь мы познакомились вообще на реп-базе, через стенку мы там репетировали друг от друга, а однажды вышли в коридор и встретились. И вот с тех пор вот понеслась. Конечно, например, можно ругаться матом, а в Hidden Tribe совершенно даже нельзя. Можно дико плясать. Но, в принципе, мы там все делаем, каждый что хочет, помимо там бэк-вокалов и прочее. Но это такой пляс. Саша Соколова у нас там также присутствует с некоторого момента и также присутствует в клипе «Хохлома». Вот. Мы там с ней играемся, ползаем, гадаем на картах и вообще творим всякий беспредел. Самое смешное у нас было в лесу, когда мы там бегали. Такой там есть в конце самый лирический момент, когда мы уходим в лес. Вот там было самое классное, потому что мы там что-то водили хороводы, бросались какими-то штучками, там пни были всякие волшебные. Ну и в клубе было очень круто, потому что там уже народ, они там все пляшут, там уже был такой вообще драйв, рейв и кач. Вообще очень приятная штука, Фидель очень порадовал. Это будет буря перед затишьем. Мы с Red Square мы сыграем, и потом, наверное, месяц, два, три мы не будем выступать, потому что ну, мы будем заниматься написанием нового. Так что, чтобы уж очень сильно не соскучиться, приходите все 17 января в клуб «Дада», часиков 8 вечера. Ждем всех.